24 февраля история противостояния в автокооперативе номер 9 в Заволжском районе Твери, о котором мы рассказывали в конце 2021 года, получила продолжение. Как нам стало известно, в здании правления был избит Дмитрий Колобков. 13 декабря 2021 года восстановленный Заволжским районным судом города Твери в должности председателя автокооператива. Сейчас Колобков с сотрясением головного мозга находится в больнице. О случившемся информирована полиция. Мы просим правоохранительные органы разобраться в ситуации и предотвратить более серьезные последствия конфликта. Тверской следственный изолятор. Здесь мы встретились с мужчиной, которому уже вынесен приговор суда. Меня зовут Орех Владимир, мне 33 года. Владимир отбывает срок по так называемой наркотической статье. Не скрывает, сам наркоман. Первый раз я попробовал, просто интересно было. Знаешь, как эти наркотики, антидепрессанты там. А потом вот в 10-м году отец погиб. И я еще раз попробовал, там, выпивать стал. Сейчас нервничать. Потом еще раз попробовал, и так вот покатилось. Задержали Владимира в поселке Химинститут. Он приехал туда за закладкой. Приехал, купил, закладку нашел. Оплатил, нашел, пошел кушать в чикенхаус. И вот продавцы, как там, тревожную кнопку нажали, и группа задержания приехала. Уже теперь в условиях неволи, Владимир признается, наркотики сломали его жизнь, подорвали здоровье. Гепатит С есть. Из-за наркотиков? Да. Владимира осудили на 5,5 лет лишения свободы. Отбыл почти половину срока. На свободе была работа. Слесарь на железной дороге. Была семья. Все пошло прахом. У меня дочь есть, 7 лет ей. Как с супругой развелись, и получилось так, не общались. Вот, а теперь решил позвонить, с бабушкой живет, с тещей, с бывшей дочь. Созваниваюсь, разговариваю даже с ней. Она, теща бывшая, говорит, она интересуется мной, типа. Она хоть меня видела там только, когда 2 года было, вот. Но она все равно знает меня, говорят то, что я есть. И вот сейчас начал созваниваться уже. В школу ходит. Интересуется, когда позвоню, когда приеду. Раньше Владимир был уверен, у него нет никакой зависимости. Захочу – брошу. Не получилось. Преграду на пути наркотиков поставил суд и дальнейшая неволя. Уже здесь у Владимира появилась мечта поскорей увидеть дочь и, возможно, вновь обрести семью. Есть повод у меня теперь. Все, завязать совсем и забыть.